принести продукты, лекарства, а иногда просто поговорить. Роль социального работника в жизни пенсионера или человека, нуждающегося в помощи, неоценима. Часто именно они становятся самыми близкими для своих подопечных. От лица Совета депутатов городского округа соцработников поздравил лидер движения общественной поддержки Михаил Раев. Люди только с большой душой, с большим сердцем могут работать в профессии социального работника. Поэтому хочется от всей души им сказать еще раз большое спасибо за их труд, за их ответственное отношение к старшему поколению. Особое внимание заслужил самоотверженный труд соцработников в период пандемии. Ежедневно сотни неравнодушных приходили на помощь к тем, кому она была необходима. Приносили людям продукты, медикаменты, помогали в быту. Мы поздравили их с радостью, искренне вручили им благодарственные письма, цветы. По словам самих работников социальной сферы, главная благодарность для них в глазах своих подопечных. Именно это дает силы и мотивирует совершать добрые дела.